Сейчас произойдет то самое долгожданное, ради чего мы сегодня здесь собрались. Супер-мега-гранд награждение. Награждение. Итак, все готовы? Да! Все здесь? Да! Итак, грамота присуждается Декстеру за третье место в номинации «Спонтанное дефиле». Эти сисечки. Он уехал, но обещал вернуться, Карлсон. Но мы его обязательно перешлем. Следующий. Следующий. Так же самое в номинации «Спонтанное дефиле». Вторым местом награждается Пух Насти. Далее есть? Есть. Настя. Вот, я вижу, бежит. Вот, Настик, мои подарочки. Аплодисменты. А следующий присуждается за первое место в номинации «Спонтанное дефиле» Эль Ридл! Есть такие? Я не вижу. А вот вижу, бежит, спотыкается. И аплодисментами. Поздравляшки и обнимашки. Следующий присуждается за третье место в номинации «Дебют» Эйстян! Есть такие? Асетян! Но обязательно выдадим подарочки, когда появится. А следующими у нас присуждается за второе место в номинации «Дебют» Лухия Фудзи Гигами. Есть. Что это? Вот она. Обнимашки. Ну, там вот Лухия, в общем, наша. Я ее обниму, а ты ей подаришь подарок. Подарочки, все, никаких не... Но! Ты Эйстян. А я раз... Асетян, да, Асетян. Есть подарок для Асетян? Забрали. Сейчас. Вот подойди вот сюда, вот. Итак, за первое место в номинации «Дебют», точнее, первое место присуждается и получает у нас сертификат на 100 гривен от Sunny Cats, 50 гривен на аниме Сич и журнальчик К9. Присуждается первое место Сену! Армен! Поздравляем! Китки теряешь, Жень, 100 гривен, чуть-чуть. Итак. Молодец, мужик. Давай, ты вбился фэндом, теперь тебе нельзя заканчивать это. Давай, вперед покорять всю Украину, и не только Украину. А следующий у нас... Следующий у нас какая номинация? Копанда. Итак, в номинации Копанда. Это чипи-дефиле. Чипи-дефиле. Присуждается первое место Сергею. Есть этот мальчик сегодня, он был в сопровождении вчера. Но мы обязательно подарок передадим. А следующая номинация у нас фотокосплей. Все будет по порядку, с третьего на первое. Это как? Третье место. Аристей Отчисама. Аплодисменты, поддерживаем. Не Аристея Отжисама, есть такие? Нет. Уехала, но ничего, мы обязательно передадим ей подарочек. Не волнуйтесь, никакие подарки мы себе не оставляем. Нас и так много. Второе место. Награждаем фотокосплей, побеждает Ким. Ким. Есть такие Ким? Позже тоже передаем подарочек. Что-то я вижу, до сегодня немногие дожили.
И первое место побеждает в номинации фотокосплей Усаги Цукино. Поздравляшечки. Поздравляем. Обнимашечки. Тебе просто нравятся твои сиськи. Ты не... Просто как... Я тебя спалил, да. Третье место в номинации фан-арт побеждает Блэки. Итак, я вижу, там подходит. Вот, художница. Аплодисменты талантам. Все у тебя руки растут из правильного места. Поздравляю. Спасибо. Второе место. Хитоми Ютака. Место ки. Хитоми Ютака. Уехали. Ничего, перешлем им подарочек. Ну что ж. Первое место в номинации Fan Art получает Шитония. Получает сертификат еще на 80 гривен в магазине Anime Siege. Шитония получает. Шитония, поздравляем. Спасибо. Ну что ж, а мы переходим уже к косплейке в номинации Another. И первое место. Третье место в номинации Another получает Illumial Jam. Illumial Jam, есть такие. Вот он, человек. А, ты передашь. Спасибо большое. Поддержим его, он не заслужил. Но все равно аплодисменты поддержим и передадим ему приписки. Второе место в номинации Another получает Фриц Мина. А также сертификат на стендфоль в магазине Anime Siege. Спасибо. Аплодисменты. И первое место в номинации Another получает Мамору Чиба. Это крутой косплей Another. Но мы обязательно передадим подарочек, так как сегодня нет с нами этих гостей, они уехали уже. Ну что ж, первое место в номинации Original получает Hero. Вот он. Все помнят, поздравляшки. Без обнимашки. Ну что ж, следующая номинация у нас караоке. Второе место у нас получает Риноа. Второе место, Риноа. Есть такие? Тоже отъехали. Ничего страшного, передадим, перешлем. Как угодно. И первое место в номинации караоке получает Усаги Кайо. Браво! Русалочка наша! Поздравляем! Очень круто спела, реально. Видели, она уже даже успела переодеться. Или нет? Что-то я... Красиво очень, да, спела. Русалочка, я вообще люблю. Следующая номинация — дуэт Дефиле. Дуэт Дефиле. Третье место получили Кайзаку. Сейчас подарочек. А, вы еще не будете. Ну что, нам побеждает Кайзаку в третьем месте на дуэт дефиле. Еще раз. Есть они? А, групповое дефиле вы. Кайзаку? И сейчас по грамотам. Итак, дуэт дефиле за третье место присуждается Ошибу Профитроль. Наши поздравляшки вам. Спасибо. Пардон, простите.
За второе место в дуэте «Филе» получает второе место «Фейспалм». Одесса, или нет, не Одесса. «Фейспалм». Я помню, ребята, они классные. Одесса передаст Одессе. Да. Окей. У нас есть кому передать. Первое место в номинации «Дуэт и филе». Ридл и Фуз, бухмастик. Ридл и Фуз. Аплодисменты, поддерживаем. Молодцы, девчонки. Умнички. Обнимашки. Вот так, опять все к нему клеятся. Обнять. Отлично, наградили. Теперь самые важные номинации. Да, подожди, стой, давай посмотрим, что у нас тут и как. Танец. Танец? Да. За танец у нас второе место. Ничего, мы их передадим. И первое место в номинации «Танец» побеждает Хэйвэй! Называли главное Хэйвэй. А, пожашечки, и, конечно же, они получают то, что им было нужно. Это чтобы убирать макияж и все остальное после репетиции. После репетиции так приложила. И следующая у нас номинация «Постановка». И постановка. Третье место у нас получают «Тойз» из Николаева. Вот они, девчонки. Привет всем. И не только, вообще сборная. Сборная, аплодисменты. Третье место. «Тойз». Ваши подарочки забирайте. Это все тоже вам. Аплодисменты этим невероятно классным ребятам. У них классные постановки были. Аплодисменты еще разок. Аня, ты что, ты там поделишься, да? Нет. Ну что, два хороших человека могут говорить. А второе место получает NNN Club. Номинации. Постановочка. Молодцы, ребята, забирайте свои. Забираем призы. Громче аплодисменты. Молодцы, ребята. Ну и первое место в номинации «Постановка» получает Шняга Бэнд. Первое место «Умы на юге». Тихо, не свались. Сразу видно, где здесь все сидят. Я побежал, да. Ловите кота, у него подарки. А, не меня! И меня забирали. Все, меня забрали, ребята. Все. Это тоже вам. Тоже вам. Все, спасибо. Ребята, мужики, круто вы тут. Шняга Бэнд. Пакет. Круто. Молодцы. Еще раз аплодисменты Шняга Бэнд. Дальше номинация «Групповое дефиле». Второе место получает Кайзоку. Вот они, девчонки. Подходим, мы получаем вкуснишки и подарочки. Молодцы, девчонки, молодцы. Аплодисменты, девчонки, поддерживаем. Супер, молодцы. Какой у нас места свои? Ну что ж, а первое место за групповое дефиле получает Симка и Ами Юан. Тюан. Вот она, Симка из Одессы. Аплодисменты! Все сможешь унести.
Все, все. Поздравляю! Молодец, молодец, супер, классно. Ну что ж, теперь самая важная номинация. Я думаю, вот организатор будет ее сам объявлять. Панда-дефиле. Итак, третье место номинации панда-дефиле получает Акира Химе. За второе место в панде-дефиле, точнее, второе место в панде-дефиле получает Кровангел. Встречаем, аплодисменты! С вот этими двумя няшками вчера была Чи. Сейчас, не великая, подходите к коту, он вам кто выдаст. Дай мне листик, вот под листик. Ну что, аплодисменты этим двум местам, второе и третье. Они очень молодцы, они просто супер выступили. Вот, помашите ручками. Я не слышу поддержки, поддерживаем девчонок. Они выступили, они победили. Они классные. Ну что ж, первое место в номинации «Панда-дефиле». Побеждает ЭУФ-соната! ЭУФ-соната! Аплодисменты! Крутой костюм! Его не обнимаем, вчера бросал ногу. Молодцы! Аплодисменты! А теперь самая главная номинация, на которую выдвигались абсолютно все участники, подавшие заявки на фестиваль Уман Юки. Это Гран-плей. Гран-плей — самая лучшая номинация, самая высокая на нашем фестивале. Самое яркое и незабываемое выступление. Самое яркое и незабываемое музыкальное сопровождение. В общем, самая лучшая награда 5-го юбилейного международного фестиваля японской культуры и анимации Умэна Юки 2013 Flashbacks. Сейчас еще расскажу, что получает у нас участник Роми, какой интересные призы у нас. В общем, сертификат магазина Your Big Eyes на одну бесплатную пару линз. Подарок. Дальше. Дальше. 100% бесплатную фотосессию от фотографа Кей. И срок действия данного сертификата 3 месяца от сегодняшнего дня. И самый такой классный вкусный приз. Полный пак билетов на все фестивали Украины. 8 билетов на все фестивали Украины! Фестивали! Лучшие фестивали Украины! Итак, Гран-плей 5-го юбилейного международного фестиваля японской культуры и анимации Умэна Юки 2013 Flashbacks присуждается Виллиан Принц Си-Джей! Лучшая из лучших на этом фестивале! Паровой принц Си-Джей, аплодисменты! Спасибо! Вот что бывает, когда человек действительно старается и действительно вложится на 100%. Да, обнимашки! Приезжайте, удивляйте, мы всегда рады самым лучшим нашим участникам! Спасибо тебе огромнейшее! Вот так зажигаются звезды, вот так вот они отжигают. Самая основная часть нашего второго дня окончена.